На домах улицы Портовой появятся информационные таблички. Одну из старейших улиц Магадана планируют благоустроить. Многоэтажки, которые представляют собой архитектурную и историческую ценность, выделят особенно. О каждом строении расскажут подробно. Таблички изготовят социальные партнеры города. Становление всеми известного проезда от городского парка до морского порта началось 88 лет назад. Жилые дома с многочисленными фресками и башней со шпилем построены в 1954 году. На исторической улице жили известные люди Колымы. Сегодня у подножия архитектурного наследия реконструируют тротуар. Улица Портовая, 1, 3, 5, 7, 9 дом, по сути, это часть нашего городского музейного комплекса, потому что каждый дом он представляет историческую и архитектурную ценность. Мы хотим сделать так, чтобы действительно эта пешеходная зона была удобная, привлекательная, красивая. По социальному партнерству будут изготовлены специальные таблички, которые будут рассказывать о каждом из этих домов, которые воспеты в произведениях, в том числе Вадима Алексеевича Козина. Новый тротуар по улице Портовая укладывают в рамках проекта «Пешеходный Магадан», который был инициирован мэром Юрием Гришаном в 2017 году. Также в планах разработать проект по реставрации архитектурных зданий. В течение 5 лет работы по благоустройству исторической пешеходной зоны по Портовой улице практически не проводились. В 2021 году начнется благоустройство пешеходной зоны вдоль четной стороны домов проспекта Ленина от Портовой улицы до здания с часами.